6-7 мая в городе Кишинев проходил чемпионат республики по настольному теннису. Спортивная школа номер 1 отделение настольного тенниса выезжала в составе 4 человек. Так как многие детки были задействованы 6 мая на городском мероприятии, судили и показывали мастер-класс. Конечно, это вдвойне приятно, что наши дети выехали 4 человека, привезли 8 медалей. То есть это больше всех, разыгрывалось всего 24 медали. Бельцы заняли больше всех медалей, то есть 8 медалей, 6 золотых. То есть 6 золотых медалей, это очень показательно. Плюс хочется отметить бронзу Наталина, которая стала абсолютной чемпионкой республики. Абсолютной чемпионкой республики, это в каждой категории стала чемпионкой республики. То есть в паре со своей сестрой они заняли первое место, в личном стала чемпионкой страны и в смешанном разряде также золото. Ну и хочется отметить ребят, которые тоже в паре заняли первое место, стали чемпионом страны. Это Якубенко Арсений, Цуря Михай. По этим соревнованиям определилась сборная Молдовы, которая примет участие на чемпионате Европы в июле месяце в Португалии. Брынза Наталина, Брынза Виталина попали в сборную. И из мальчиков бельчанин это Арсений Якубенко, который тоже попал в сборную. Я была участником Молдовы в Кишиневе, стала абсолютно чемпионкой Молдавии, парным, личным и смешанным. Заняла первое место в личном, за первое место играла с Карумой Владовой, выиграла ее 3-1. В смешанном тоже заняла первое место, играла с Хайером Василием. За первое место мы играли с Караульной Владой и Бековичем Игорем. В смешанном за первое место мы играли с Кирюковой и с Маркитан. Обыграли их 3-0. Хочу стать чемпионкой Европы, думаю, что будет хорошо. Золотую медаль я играла, завоевала в парном разряде с сестрой Натальей. Мы обыграли сильных спортсменок из Дубасара, Маркитан Валерию и Кирюкову. Бронзовую медаль я завоевала вместе с своим напарником Якубенко Арсением. Играли за третье место с Невканом Денисом и Штурус Валерием. Я впредь надеюсь, что у меня будут все золотые медали. Я проанализировала все ошибки с тренером и надеюсь, что будет много лучше, чем сейчас. Занял первое место в парном разряде со своим коллегой Якубенко Арсением. И в финале мы обыграли пару из Калараша. Было нелегко, но мы старались, и те ошибки, которые были допущены на этих соревнованиях, дальше в дальнейшем не будут допущены на других соревнованиях. Я занял первое место со своим коллегой Михаилом Цури, в финале выиграв пару из Калараша. Также я занял третье место в миксте, третье место в паре с Брынзой Виталиной, обыграв пару из Кишинева. Все четверо, в принципе, стали, каждый в разных возрастных разрядах, стали чемпионом республики. Но есть чему стремиться. 8 медалей – это не предел. Надо стараться, чтобы все были золотые. Думаем, что в следующем году будет еще больше медалей.